вклад Узакбая Кауз в общественно-политическую жизнь региона не оценить. По словам современников, с детства он был очень активным, любил литературу. Уже в школьные годы начали выходить в свет его первые сочинения. Далее он работал редактором в школьной газете. Узакбая Кауз навсегда связал свою жизнь с журналистикой. С юбилеем именинника в благодарственном письме поздравил аким области Ундасын Уразалин. Вручил поздравление главы региона, директор холдинга «Актобе Медиа» Раукен Отыншин. Это один из тех людей, который стоял у истоков развития журналистики в нашей области. Многие корреспонденты обязаны вам, так как большинство из них принимали опыт у вас. Мы всегда будем ценить ваш вклад в общественную и политическую жизнь нашего региона и в целом всей республики. Узакбай Кауз – автор многих изданий, передающих историю казахского народа. К примеру, одна из книг, написанная совместно с Галымжаном Байдербес, про Маншук и Алию, под названием «Девушки, ставшие легенды». Отметим, Узакбай Кауз был удостоен звания почетного гражданина Актюбинской области. Его дочь Куркемай Каусова начинала трудовую деятельность в газете «Тураби» совместно с отцом. Сейчас она профессиональный медиатор. Женщина вспоминает, какую неоценимую роль в ее жизни сыграло воспитание отца. Сейчас я уже замечаю, что вот его жизненный взгляд к справедливости, к отношению к человеку, с уважением, чтобы каждый человек достоин внимания и уважения, поэтому нас он так и вырастил. В холле здания Жубановтар Алемы была организована выставка книг Узакбая Кауз. Праздничное мероприятие завершилось концертной программой. Гульдана Халенкызы, Миржан Аманжолов, телеканал Актобе.